Мы приглашаем PM Каби и Щербак. Друзья, держите микрофоны. Также становитесь. Не забывайте, что это батл. Батл. Самый настоящий. У вас есть два раунда. Первый раунд будет такой. Я мурю и вам советую. Вторая тема. Второй раунд. Мурит лох. Ну что ж, готовы? Итак, у нас PM Каби и Щербак. Диджей Скотч. Я мурю, меня это прикалывает. В телепортацию маслом отправляюсь. Однажды, кто не понял, уже влажно. Отдыхай и теплым прохлаждайся. Я мурю, мурить это круто. Я морю, морилка это тоже круто. Может, сейчас не получается, но чечетку иногда я делаю прическу, динамики, челки. Ты понимаешь, челки из улья вылетели и укусили. Так что давай, братан, уже воняет сильно. Уходи-ка, давай-ка закури-ка. Я мурю, я нига. Нига на меня. Меня зовут Кабот, я уберу тебя. Come on. Щербак. Я, ну ты реально здесь крутой братан. Ты не просто муришь, ты здесь реальный муриман. Я тоже, наверное, мурю по вечерам тоже. Всем привет, я тоже муриман, Алёша. Тот микро не работает, убери его. Надо немного помурить, и тогда включится оно. Мурить надо всегда, мурить надо везде. Ты за это, и тебе тоже респект. Ну ты реально крут, как будто Сильвестр Сталлоне. Ты много мурил, и теперь ты ровный. Больше муришь не всегда под вечер. А если много мурить, заболит не только печень. Сохнется мозги, но мурить это хорошо. Я продолжаю так же, мурю, делаю шоу. Если ты будешь как вон там прыгать, я не могу так же, как ты, кстати, станцевать. Но из-за того, что я мурил вчера и сегодня тоже, могу вот так вот списать специально от Алёши. Йо-йо-йо-йо-йо, специально от Алёши. И это первый раунд. Ну что ж, второй раунд мурит лох. Погнали. PM Каби. Менеджером работаю по продаже краски. Возвращался вечером с работы и увидел ту картину, которая происходит каждый день. Мурят, стоят лохи у Вадика. Все офигенно, сегодня они были в Вадиках. Эти гопы такие же, как ты муришь вместе с ними. Дешевые понты, я не мурю, я банки продаю. Я хасл навожу и телочек вожу в кафе и в суши. Ты понимаешь, у меня сухо, ну а там сушат весла. У тебя нет телок, потому что ты муришь. Не, ну ты крутой чувак, тебе можно прочитать как книгу. Самые плохие люди — это мурыги. Вот ты, походу, один из них, я сразу узнал тебя. Так что зря ты мурил сегодня и мурил вчера. Я продолжу тут, без всяких там понтов. Мурить — это плохо, братан, тогда ты будешь лох. Но мурик же лох, и мурик теперь жмурик. Ты за это знал, и вот теперь на туре. Здесь, в этой студии, точнее, вот в этом зале. Про мурика лох еще на стене в туалете написали. Это не я, честно, я маркер с собой не ношу. Но если честно, он есть, я попозже спрошу. Напишу, что мурик кехуй. У тебя там есть, да? Или там ствол? И ты убьешь мурика, как всегда. Ты по вечеру любишь убивать муриков. Я знаю точно, в общем, Рио де Шушеры, я знаю, пророчат. What up? Супер. И это были PM Каби и Щербак. Судьи, 3, 2, 1. И проходит следующий круг Щербак. Вот так вот относятся к проигрышу в Рио де Шушеры.